Так, первые четыре человека появляются. Два садятся на вот эту пехотную машину с пулеметом, и первые едут. А ты взял обычный пехотник? А кто? Сейчас, погоди. Кому садится? Сейчас я поменяюсь на медика. Скажу. Это тоже пехотник. Да ёпта, где? Вот, вот тут, тут. Около первого. Говно. Вот он. Садитесь, да? Да, с этим вдвоем. Вы сейчас первые поедете. Это круто. Найдешь два медика в одном месте. Прикрите машину. Этим точкам. Поехали сейчас. Время. Поехали. Время, деньги, деньги, время. Деньги, 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 деньги. Главное, чтобы ты первую точку занял. Метку вставил этой, ну, того, что мы будем строить, хаба. Сейчас смотрите, на вас должен вылететь какой-нибудь очепенец дикий с СПГ или там с другой просто. Вы его там задавите или в машину врежьтесь, просто затормозите, чтобы я проскочил. Короче, быть на себя, на свою жопу сюда. Ну, вы с камикадзе, да. Пока он передвигается, ты проскочишь, да. Когда вы садимся, один в сопле останьтесь на разгрузке. Да, и куда? Ну, бинки хаба. И в обе. Да. Да, 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 да. Давайте мы постоим, подождем, пока вот там. Да. Все правильно. Че, вас потело? Один в тачку садитесь. Вроде не ходишь, я не слышу. Иду к вам. Что в тачку? Ралик будет? Да. Куда ты, кто опять забыл, какой там правый, левый? Нормально получилось. Дальше куда? Оставь ее там. Короче. Так, Warehouse уже разбиваем. Слышали, да? Сапплайка ехала, не наша нихуя. Не наша. Вы, главное, свалитесь вовремя, чтобы не впустую было. Нахуй что ли?
Вы там что, чекованием размножаетесь? Это МВ работает наш? Нет. Нет, это не наш. Это их. Вархаус заняли. По вам работает. Ну, проблема в том, что на ту гору, которую я иду, там никого. Еще главный противник, дайте спасибо. Ты видишь наверху? А, осмотри. Туман очень плохо видит. Но вряд ли что-либо рассмотрит. Ты ими заметил, что берут или нет? Сильно. Нет. Не беру, там нет. Как они могут убрать? Мы здесь. Мы свой сделали, я не знаю, что они там. Он бьется от стационарного пулемета там. Да, вижу, стационарного. Я подозреваю, что просто противник поехал на Вархаус. Кто говорит? На западе, с запада идут на точку уже противника. Принял. Да, верно. Нагинать им зайти в компаунд. Садись, сейчас ботать будешь, метку я поставил. Нет, там стационарный стоит прямо на дороге. А, это дефолтный. Это Цегранта была? Что за хрень? Я кинул. Молодец. Нет, я тебя не кинул. Не надо выходить, он увидит. Просто я, короче, увидел, что Грант приснулся передом, побежал назад, там и сразу сзади еще на Грант приземлился. Там две была, ну вот я побежал от твоей и попал на вражескую. Кстати, с пушки можно, я противника вижу. Да. Пока здесь. Да все ломятся. Зачем вы ломитесь на этот арт? А, ну снайпер ты там вообще сам по себе. Ну, я-то просто занял высоту, чтобы врагов снимать. Насчет других я не знаю. В общем, нам нужно это выбить их из захвата, а то иначе пробьем хаос и игру. Мама, иди сюда. Ну, солдат сразу мамочку зовет. Будь мужиком. Блянь, а. Лучше сказать, что сейчас снайпер к нам пойдет, блять, если он не будет ломиться сейчас на альфу, а отступит и к нам спустится. Это... Я, к сожалению, упал. Да, чего его. Держим альфу и, типа, будем героями. Че, отсюда пойдешь сейчас, да? Ну да, они сейчас походят с севера. С запада их видно было. Видимо, там что-то уже воткнули на фортификейшн. Да точка огромная. Поднимается с запада. Слышь, как заходим это наш в зону. Сгорел. Заходим в зону. Нашего взорвали, да. Сзади нас, по-моему, пехота. Нет, нет, ее не взорвали, она горела и сама взорвалась. Не-не, в ней выпили, я слышал, блядь. Я, блядь, я всех правее тебя. Она вот, не могла бы говорить. У нее там нормально хорошо. Бля. А вот тебе меня не купил, заебись. Не-не, у них может быть ДМК. Не-не-не, меня написано, вы были убиты союзник. Ребята, в альфу сместитесь, захват идет не в нашу сторону. Нас не хватает здесь. А я у точки захвата. У всех сверху должен появиться этот. Шкала. А мы не можем. Не можем, у нас не захочен захаус. Да на альфу, я говорю, на альфу. Идем. Контакт у меня. Тут уже. Я контакт. Они в любом случае захватят. Бегу, мама, бегу. Я убил его, но не знаю, может еще выпить. Сижу под камнем, подожду.
Бля, ну я готов кляться, там РПГшник был, блядь, сзади нас. Потому что с таким звуком не может тупо взорваться наша тачка. Там был, там пуск, я слышал, ты даже сами. И у нас кулака противник. Прикольно, мам, я подниму этого противника. Ёпта, я же сказал, это говно какое-то стреляет. На юге был противник. Прям на хайп проник. Одного снял. Тебя хотел, кстати, сейчас он ёбнуть. Следит там только за фобы, чтобы они выкопали. Да они сейчас будут рашить фобы. Чем, блядь, точка не наша? Мы все на ней. Потому что и предыдущие не захвачены. Потому что Нархаус. Забили бомбу. Один минут. Давай, выходите. На фобе или на хабе? Вообще на дальней вообще просто нет связи. Просто никто ничего не отвечает. Долбоёб упал. Да. Иди сюда, вылезь. Запрашивай его с остальным вообще. Да не алё вообще, это. Ари, блять, ари! Спасибо. Блядь, ему прям. Да нет. Пошли всех на одно место. Я думаю, они. Ты РПГ? Должен спамить ему, иначе он никогда не будет с тобой разговаривать по дальней. Да у нас санцы не такие, они гордые, блядь, как олени. Играют примерно так же. Обращайся к нему по имени, говори первый, блядь. Максимка там в конце концов. Вот Максимка вышел на связь. Ёпта, 2 года уже играю с этими лбоёбами, нахуй, ЧСВшными. Когда их спросили, почему они заняли все отряды, ну, все какие-то складных отрядов. Они сказали, типа, кого командисты сюда, кого надо спросить, кто на приборе. Да меня убили. Ну я встречал их, когда снимались, кто-то и... Охуевал. Мне кажется, у них ралли где-то здесь, вот где мой круг, блять, они отсюда все идут, идут. Я 3 человек отсюда убил уже, когда они поднимались. Ладно, протянитесь вдвоем на север, почекайте там, может там что-то есть, вот или вдвоем там кто с на вышке второй. О, калаш рядом со мной прям. Вот они, видишь, вот они здесь где-то на западе, короче, они сейчас, западные. Подожди, я подниму, я еще. Мага, сейчас тормозни, я сейчас ралик скинем ближе к дороге. Сижу. О, бля, с 3-2, пиздец. Вот видишь, они западно идут, командир, вот где наши трупы, мои и Паша. Я помер. А что говоришь еще раз, с юга они идут? С запада, где труп Паши, вот это, я там трёх, там очень много, они все поднимаются с горы. Вообще, на наших бренных телах, короче, вообще дохуя целый склад, по-моему. Да. Тут калаш, МГ и пулемет. Даже вон, посмотри, смотри, сколько трупов там вот сам ближе уже. Наши. Да-да, что-то стреляет.
скорее с севера, востока. Подтверждаю. Лазим от 115 с нашей горы, снайпер лег ко мне. Сейчас трассе дам. Видели? Скажи прямо, что вам тупо оборону занял вокруг храба, а не ломился, бля, его там положили весь сквот. Да там пятый, там один человек. Командир, а чё мы за альфу забьём, если у нас вархаус взят? Сейчас, погоди. Вархаус. Да, они уже в фармстеде стреляют. Они уже забелили фармстед. То есть, ну, понятно, чё мы делаем на альфе. А, нифига себе, как быстро, слушай. Тут можно с фобу идти уже, блять, на фармстед. Ой, не слабо, а ладно, давай, идут, давайте, а, короче. Братишка, кто там на пулемете садит, вырывай это говно и. Вырывай только радио. Пулемет вырывай. Только. Подходит, подходит к этой башне нашей. Вырыл, да? И к Катройте сдвигайтесь тогда на... Блин, у нас все точки захватили. Пусть резервный там висит, на нем не появляется. Мотель до порт стандем ему похуй, да, это точно забагованное. На башню подходят. Да они вообще не орёт, что-то я вообще им говорю, они ни туда, ни сюда, что-то кому помочь, говорят, кому ты уже поможешь. Всё, пойду. Да я не пойму, даже сапу можно взять поставить. Да похуй. Туннели, пидор, на мотовлей. Я иначе не могу, принято, принято. Порт, ему похуй. Что за жизнь? Чувака, сейчас зайду туда. На фобе появляться можно? На сайте... Нам без... У нас есть труба? Класс! Господи, позорище, если вы берете сквадного, не надо морозить это говно, я вообще...